массаж, протираю сначала. А у меня холодная, тряпочка. Кому-то холодная делают, тряпочка протирает ноги, кому-то горячая тряпочка протирает ноги. Здесь хороший салон. Ну, красиво все. В общем, в Таиланде очень много различных массажных салонов, и чем комфортнее, чем лучше выглядит салон, чем богаче он, тем, соответственно, лучше выглядят массажисты, тем лучше делают массаж массажисты. И я бы хотел поделиться своим опытом. Вчера делали массаж ног. Это, наверное, самый такой распространенный массаж. После него такое есть ощущение, что вот ноги твои отламывают, целый день ты на ногах, но после массажа ног такое ощущение, что ты вообще никуда не ходил, ты вышел только из дома свежий, бодрый и готовый опять к бою. А вот, допустим, сегодня тайский массаж делал, это совсем другие ощущения. Мне впервые за большое количество массажей попалась массажистка, одновременно которая делала очень это нежно, очень нежно, необычно, при этом очень сильные были руки, настолько сильные. И при тайском массаже массируют именно различные точки. И вот сегодня она мне добралась практически, не знаю, вот начиная со спины, с ног, ладонями, потом вот локтями. Массаж был проникающий такой, знаете, каждую мышцу. Затем перевернулся, вот тоже колени, ноги, ступни. И в конце это был обалденный точечный массаж головы и шеи. Честно скажу, непередаваемое ощущение. Ты чувствуешь, как вот в том месте, где тебе только делали массаж, вроде энергия ушла туда. Тепло, даже не тепло, а жар. Затем делают тебе массаж где-то вот на спине, да, и у тебя эта энергия и тепло уходит в спину, а после этого тебе массируют голову, плечи, тебя уходит энергия именно туда. И вот этот перелив энергии из тебя, как из сосуда в сосуд, по всему твоему телу, вот эти ощущения необычные, они... Ну, говорю, сегодня я впервые ощутил вот эти необычные ощущения перелива энергии. Я такого раньше никогда не чувствовал, не ощущал. Данную массажистку, кстати, зовут Хан. Интересно, ну, хотя в основном я стараюсь сейчас такие более русские имена для себя придумывать. Сегодня был, наверное, самый необычный массаж тайский. Я говорю, сегодня я чувствовал перелив в себе. Я себя чувствовал сегодня, наверное, сосудом с энергией. И моя энергия переходила с каждой части моего тела. И, ну, что-то, говорю, для себя такое новое познал. Было сегодня прям очень классно. Рекомендую всем массажи. Массажи есть разные. Самый, говорю, элемент, самый такой распространенный массаж идет. Массаж ног, тайский массаж. Вот, кстати, раньше не видел, но смотрю, появился головы, плечи, или, по крайней мере, я его не делал. Хочу завтра попробовать. Ну и там уже сами видите. Также распространенный очень массаж. Ойл массаж, масляный массаж, необычный. И вот сколько вот вы здесь видите массажей, постараемся максимально, наверное, большую часть из них пройти. Кто будет в азиатских странах, обязательно делайте массажи.
Есть, конечно, версия, такая точка зрения. Многие массажисты, кто занимается аурой, энергетикой человека, говорят, что каждый человек передает энергию. То есть, если он уставший, то это будет один вид энергии. Если будет свежий, бодрый, то это будет другой вид энергии. Ну, не знаю, по крайней мере, вот сегодня я испытал какой-то огромный прилив энергии. Я впервые чувствовал себя сосудом с энергией. То есть, все-таки, наверное, зависит от мастерства каждой массажистки. Все, всем удачи, пока-пока, до завтра. В общем, сегодня третий день, уже другой массаж, ойл-массаж. Его делают разными способами. Если вы хрупкая девушка или ребенок, вам будут делать пальцами, больше растираний, более аккуратно и больше удовольствия, да? Но так как я большой мужчина, мне делали массаж, так сказать, через боль. И больно, и приятно. То есть мне делали локтями, предплечьями растирали каждое мои нервные окончания, каждую мою солинку. И поначалу, конечно, терпимо, в принципе, больно вроде кажется, да, но при этом чувствуешь, когда начинает улучшаться кровообращение, когда начинаешь понимать, что разбиты вот те соли, которые там их хондросята, так называемый хондроз. После этого массажа, конечно, самочувствие такое легкого блаженства. Никуда не охота идти, ничего не охота делать. Просто лечь, лежать и наслаждаться моментом. Время 12 час ночи. Но после такого массажа нужно, конечно же, что-то вкусное покушать. Курочку какую-нибудь, жареную, шашлычки. В общем, нужно будет обязательно это отужинать. Все, всем удачи. Завтра будет другой массаж. Вкратце буду вам о них рассказывать. Пока что решаю, что именно будет у меня завтра. Всем удачи. Сегодня был другой массаж. Массаж спины, шеи, головы. Я, честно скажу, могу вытерпеть очень много боли, потому что у меня повышенный болевой порог. На примере даже того, что если я лечу зубы, сверлю, не сам, конечно, врач мне, стоматолог сверлит, я никогда не обезболиваю. То есть я могу терпеть очень серьезную боль. Я скажу, сегодня было много боли. Много боли, но при этом я чувствовал, как открываются мои чакры, как начинается очень серьезное кровообращение. Я почувствовал очень большой прилив свежей крови к своей голове. У меня сейчас, пытаюсь вам рассказать о своих ощущениях, о своем восприятии, но параллельно у меня очень много мыслей, больше 100 дополнительно, и очень большие планы, очень большие многозадачные такие идеи. Вопрос в том, захочу ли я их реализовывать. И очень много, на самом деле, говорю, мыслей. Тяжело это сейчас собрать все. После такого серьезного массажа, после такой серьезной стимуляции нервных точек, практически все наделало локтями. И сейчас вот сижу, у меня такой расслабон, и вот такой обмен веществ. Именно не в животе, как обычно, да, когда покушаешь, а именно кровообращение улучшилось настолько в разы, просто даже лицо красное, не только майка моя покраснела. В общем, такие сегодня ощущения, впечатления. Ну, посмотрим, что будет завтра. Завтра будет другой массаж. Всем привет! Сегодня 4-й массаж. Опять другой делал массаж ног и массаж головы. Каждый массаж отличается, мало того, еще отличается даже, какой массажист делает. Все по-разному делают. Лежат рядом 2-3 человека, разные массажисты, и все делают по-разному. Вот сегодня, не знаю, может быть, день такой сегодня гиперактивный, гипермощный, гипер,
гипер во всех смыслах, но после Паттайи-парка, может, башни, это у меня до сих пор, это, у меня как-то поменялось отношение к жизни, отношение ко времени, и, ой, по сути, вот сегодня мне казалось, что массаж делали, может, 62,5-3 часа, как-то очень долго, все длилось, не в том смысле, что это нудно было и неприятно, нет, наоборот, это было очень приятно, и не хотелось, чтобы оно заканчивалось, и оно, на самом деле, так долго не заканчивалось. Необычное ощущение. Сначала массировали ноги, не такой палочкой специально тоже. Вот рядом, говорю, делай такой же массаж без палочек руками. Мне делали палочкой такой специальной массажной. И ну, впечатления такие тоже необычные, интересные. А потом, когда она добралась уже до головы, шеи, верхняя часть груди массаж. Необычно, какой-то мазь использовала специально, даже не мазь, а, наверное, крем какой-то такой нежный. И вот лицо, массаж легкий лица с нанесением крема, и потом ледяным полотенчиком маленьким после морозилки реально этот крем она стирала с лица. Это что-то вообще, какие-то непередаваемые ощущения, просто взрыв мозга. Боже, ничего себе, как это необычно. Ну и опять точечный массаж головы, там немного захватило спину, плечи, руки. В общем, интересно было. Вот четвертый массаж, все четыре массажа разные. И я сегодня вот так вот сижу, у меня такое ощущение, что меня 2,5-3 часа мяли, и ощущения просто кайфовые, классные. Эти будь здоровы. В общем, все тут хорошо, все замечательно. Всем релакс. Пока-пока. Ой, сегодня делал тайский массаж, сегодня другая массажистка мне делала, кстати, вот рядышком со мной сидит, отдыхает. И я честно скажу, что вот сегодня были другие ощущения, я даже поначалу там мурлыкал, как кошак. И каждый раз они все по-разному делают. То есть невозможно предугадать. Ты вроде думаешь, что знаешь, что сейчас будет то-то, 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 на самом деле нет. На самом деле все по-другому. Или вот даже будет рядом лежать с двух сторон два человека других. Один массаж на троих, и каждому сделают по-разному. То ли они как-то чувствуют, то ли что. Допустим, сегодня она прочувствовала, где-то нажимает и дать, что мышцы забиты, там поясничный отдел, там вот, шея, допустим, у меня, да. Все, она туда больше упор делает, и пока не пробьет, пробивает в конечном итоге. Просто потрясающе. А, тоже сегодня вот массаж лица, она мне необычно делала, массаж шеи с зеленой мазью. И вот лицо, мы вообще руками, когда руки массировал, я очень сильно почувствовал, вот по крайней мере, вот этой массажистки, что у нее руки вот... Во-первых, у них всех очень руки сильные, но у нее такие пальцы жесткие. Как вот, знаете, ну, представляете, целыми днями, там, сутками массажи делать. То есть, можно сравнить, вот как пальцы ног или там пятки. Вот такая жесткая кожа на руках. И при этом сумасшедшая сила продавливает все. Вообще ощущения необычные, классные. В общем, вот каждый раз стараюсь разные массажи делать, но вот сегодня решил повторить. Завтра, наверное, на ойл массаж пойду. И говорю, каждый раз делают по-разному, разные массажистки, разные ощущения, разное восприятие. Кто будет приезжать, не забывайте. Экспериментируйте, пробуйте, и будете каждый день удивляться. Но опять же, смотрите, какие массажные салоны. Вот в которые мы в массажный салон ходим, здесь постоянно очередь. Здесь постоянно очередь, а вот соседние массажи 1-2 человека в лучшем случае, то есть от уровня именно массажного салона, ну и зависит мастерство массажиста. Все, пока-пока. Сегодня 6-й уже день, да, на массаже. Сегодня делали мне обычный тайский массаж. Не знаю почему, сами тайки не любят делать тайский массаж. Им считается легче сделать массаж ног. Хотя ноги у них считаются это самое грязное место. И
не очень эстетичная, тоже, с другой стороны, не любят, но вот почему-то именно тайский массаж, особенно когда ты здоровый большой мужик, как я, они прям разбегаются, кого первый поймаешь. Кто похрупче, маленький-то там, да, их сразу забрали, сделали. Но вот сегодня я говорю, и вчера был такой момент, что большой, больших сильно не любят массировать. Ну, что, они таечки все маленькие, хрупкие. И напомню, вот я уже говорил об этом на прошлых, да, своих, в прошлых видео по массажам. Каждая массажистка делает по-разному. Вот сегодня опять был тайский массаж, который мне уже много раз делали. И сегодня она мне сделала его великолепно. Она мне настолько чувственно все пробила. Сегодня было ощущение, оно все время есть, но как-то сегодня вот больше, что ли, не знаю почему, ощущение того, что их руки, они как тиски, пальцы как пассатижи. И вот при всей вот этой мощи, силе, да, они такие хрупкие, такие аккуратные, но массаж делает так, что ощущаешь себя просто крупинкой в тисках. В общем, ощущение необычное. Сегодня она мне так хорошо все разбила. Прямо было больно даже, очень больно. И сегодня я, наверное, впервые испытал ощущение, когда вот она передавливает, допустим, паховые вот эти все сосуды на несколько там секунд, 15, 20, 30 секунд. Потом отпускает, и я реально сегодня первый раз чувствовал, как у меня не просто тепло пошло, у меня горячая кровь пошла. Вот это я сегодня впервые почувствовал, у меня такого раньше не было. То есть сегодня очень много было впечатлений, более таких интересных. То есть раньше я этого не испытывал. И после каждого вот такого проникновенного, да, как говорит у меня друг Женя, действия, чувствуешь такое облегчение, чувствуешь, как кровь твоя по жилам, по венам побежала с большей интенсивностью. И от этого кровотечения даже голова кружится маленько первое время. Очень как-то эмоционально в последнее время все это воспринимается. Очень приятно, очень качественно. Приезжайте в азиатские страны, обязательно делайте массажи. У нас этого точно нет. А здесь вы получите не только удовольствие, но и полезный лечебный эффект. Плюс еще чакры открываются, это очень полезно. Все, всем пока-пока. Ой, не знаю, сбился со счета, но на 6-й, 7-й день сегодня. 7-й, наверное. В общем, очередной массаж, опять тайский массаж. Другая массажистка сегодня. Я не выбирал, как обычно там берешь там кан, кого-то, да, сам выбираешь. А тут мне дали маленькую таечку, я не знаю, если в ней есть 40 килограмм, то это, наверное, максимум. Маленькая-маленькая, хрупкая-хрупкая. И мне даже было больше любопытно, сможет ли она вообще сделать что-то такое со мной необычное. Сможет ли она меня промять и насколько она профессионал. Хотя мне сказали, что она хорошая. До этого эта таечка делала моей супруге массаж. Чего делала? Ног? Ног, да, фут. Но, видать, что-то не продавило, не очень понравилось. А мне стало любопытно. В общем, она меня удивила, удивила, причем дважды удивила. Как только начала делать, я понял, что массы ей не хватает, силы в руках. Руки сильные, но не хватает массы. Я говорю, давай сильнее, давай жестче. Она говорит, хорошо, хочешь, говорит, жестче, давай жестче. И она мне начала делать массаж тайский не локтями, руками, а ногами, коленями. И поверьте, это было круто. На середине она меня второй раз удивила. Она перешла с тайского массажа на ойл массаж. Ну как, не на ойл массаж, даже интересно. Вот она сняла эту национальную рубаху для массажа. И мазью, вот этой зеленой, локтями проработала мне всю спину, бока, ну и филейную часть верхнюю. В общем, лежу, спина одновременно и горит, и холодом пышет. Ощущения необычные. Вот потом опять продолжила массаж. В общем, она меня сегодня дважды, говорю, удивила. При всей своей хрупкости, при всей вот этой вот моей, даже как сказать, я даже не был что-то не уверен, у меня чуйка хорошо подсказывает. Но вот я почувствовал, что она что-то сегодня справится. И она справилась, и, говорю, дважды меня удивила. Это было очень приятно.
ощущения прям хорошие. И она первая, кто вот в Паттайе сделала мне массаж, очень похожий на тот, который 2,5 года назад делали мне на Пхукете. Там, по крайней мере, тот массаж, в салон, в который ходили мы, практически всем делали массаж ногами. И говорю, это совсем другие ощущения, это что-то такое необычное, говорю. И при том, что здесь уже практически неделю мне делают массаж, вот она первая, кто сделала мне вот именно такой массаж. Возможно, я, честно сказать, особо не углублялся в познание, как, какой массаж есть тайский, исконный, правильный или неправильный. Может, вы кто-то из вас поставит, напишет в комментариях. Но единственное, говорю, не начитавшись в интернете, а именно, может, по факту кто-то знает, кто-то, может, в Таиланде. Я знаю, что люди тут и учились в свое время, массаж изучали, и, может, здесь живут. В общем, было бы очень интересно узнать правильное, именно точное, как делают именно настоящий тайский классический массаж. В общем, всем удачи, пока-пока, релакс. В общем, как я и говорил, все-таки разный каждый мастер делает по-своему. Сегодня опять был тайский массаж, и делала мне другая тетенька. Так вот, эта тетенька мне делала тайский массаж коленями. Коленями это так делала, что пока она мне все позвонки на место не вставила, она с меня не слезла. Она меня так гнула, загибала, я трещал по швам, реально. Где не могла коленом добраться, локтем добивала. И она вот чувствует, видать, что у меня спинку прихватило. То она мне упор на спину минут, наверное, 35-40. Да так говорю, пробила все. Каждый, говорю, позвонок у меня встал сегодня на место. У меня такой жар, такое тепло до сих пор идет. От самых мизинцев ног до самого темечка. Ой, как она вообще и по мне ходила, и коленями, и всякое-всякое-всякое. Говорю, ну, она вставила мне все позвонки. И потом уже под конец очень сильно размяла шею. Также локтями. И очень хорошо, качественно размяла мне голову. А потом еще и спину опять доставила. Последний позвонок, который у меня до последнего упирался. После такого массажа, конечно, чувствуешь себя как воскресший. Фух, вот она давит на какую-то точку, а у тебя аж спирает дыхание. Спирает дыхание настолько, что ты дышать не можешь. Она давила, а ты не дышишь. Она может 7 секунд, а может 10, и ты вздохнуть даже не можешь. А потом отпускает, ты чувствуешь, как у тебя мощная энергия, прилив и жар. Прям по венам устремляется во все стороны с той точки, которую она давила. Я сейчас сижу, у меня спина прям, ну, она не горит, но она просто вот, чувствую, что тепло пошло, я чувствую, что у меня обмен веществ просто зашкаливает. Ну, не знаю, ощущения необычные, ощущения очень здоровские. В общем, говорю, тут такой совет интересный. Который раз забываю, возьму, поем перед массажем. Ну и первые полчаса, конечно, очень тяжело. Перед массажем желательно не кушать тяжелую пищу. А и советов я уже показывал. Допустим, если у нас вот этот вот салон, видно, что он хороший, но сейчас уже просто 11 часов вечера. 11 часов вечера, и вот уже последние люди уходят, да? А сейчас чуть дальше пройду, там другие салоны, они более скромные. Там практически отсутствуют люди. И это сказывается на уровне мастерства массажистов. Если массажист очень высокого класса, то, ну, соответственно, все массажисты работают. А вот я сейчас иду, тут подряд несколько салонов, они все в основном сидят вот так вот,
в ожидании чуда, в ожидании того, чтобы мы остановились и сделали у них массаж. Вот еще третий салон. И тоже они все сидят сейчас, ждут. Пожалуйста. Это, кстати, был мальчик гей. Кто не в курсе. Мороженое. Спасибо, не было. Мороженое предлагаешь. Ну как-то неохота. В общем, массаж и салон выбирайте по уровню. Ну и смотрите, сколько там людей. А видно, в принципе, сразу. Чем серьезнее салон, чем лучше массажистки, тем больше туда желающих. Вот тот салон, в который мы ходили все время, туда очередь. Это мы уже как бы так пристрастились, попозже подходишь там к 10. А до 10 туда бесполезно даже подходить, там очередь. И уже кто-то, конечно, одно время было, что я себе там одного массажистку старался. Ну а потом та была занята, не стал ждать. Раз попробовал другую. И они все по-разному делают, и говорю, каждый удивляет. И я понял все-таки, что нужно разных массажистов. Вот тоже очередной салон массажный. Тоже сидят, кукуют, никого нет. О, машина едет. Вот тоже салон. Салон через салон. Ну, собственно говоря, вот так вот можно здесь отдыхать. Все, всем пока-пока. Это было здорово. Завтра крайний день здесь. Крайний массаж и домой в страну Мурлындию, где творится беззаконие и где нет тайского массажа, к сожалению.